Hvala na grobošku, ulica Neba, 25. Obratari. Osnovni dan, profesor Anatoli Filosovi. Zabijani, Ronica Zdevihani, ja vidim smo čujenda kontakti, jer tako je to ne se celija. Oskoviš univerzitet iz profesori Ivo. Uzdaš vidjeti listinat. Ja da vidim da sad svoru gleda Ameriki šetle u štatepši. Otkmej celi u Karvardis univerzitet iz profesori. Šemde kak sta taviš kompanija da, bovodze opsik. Ertihanuba, a ja sva da sva ხელოვნურად შექმნილ მასალებზე მუშაობდა, სადაც ის წინა გამოცდილება, რომელიც ფერმენტების შესწავლასთან იყო დაკავშირებული. Და ბოლოს მუშაობ ძალიან სწრაფად ამ დნმ-ის გენეოლოგიაზე. ზეკ ამას ექნება ძალიან საინტერესო მოხსენება აკადემიაში, რომელსაც დაერქმება, რომელსა თაურიც არის კავკასიელ ხალხთა დნმ-ი, რომელიც რა თქმა უნდა ისეთი ძალიან ახალი და რასაკვირველია ყველა დებულება, რომელსაც ეს საკმაოდ ცნობილი კაცი, რომელიც 20 წიგნის ავტორია, წარმოადგენს, დამტკიცებული 100% არ არის, მაგრამ ახალია ძალიან და რა ვიცი, აი სწორედ ამან გამოიწვია ეს ამბავი, რომ დავპატიჟეთ, იმიტომ რომ ეს მიდგომები შეიძლება მერე მცენარეებშიც იყოს გამოყენებული, შეიძლება ცხოველებშიც იყოს და ბევრ რამეში შეიძლება დავწეროთ ეს. Антон Алексеевич, пожалуйста. Он все правильно сказал. И все. Напоминает такую историю, когда профессор из Англии приехал в Японию. Ну, ему дали переводчика. И он решил начать с шутки. А шутка была длинная и сложная, но очень смешная. Но он решил, как это принято, начинать с шутки, чтобы аудиторию разогреть. И он начал. Первую минуту он проговорил, глядит на переводчика. Переводчик, продолжайте. Тот дальше продолжил, тоже долго, переводчик продолжайте. Тот дальше продолжил. И так минут 10 говорил, кончил. Переводчик посмотрел на аудиторию и сказал что-то на японском, и вся аудитория взорвалась от смеха. Два слова сказал. Ну, профессор думает, ну, что-то невероятное, чтобы так вот японский язык, чтобы за два слова вот так вот сложность передал. И он подходит в перерыве. Слушайте, говорит, а что? По-английски. Что сказал? Он говорит, переводчик сказал, профессор пошутил. Значит, дорогие друзья, во-первых, я безмерно признателен Георгию Ивановичу Кесетадзе. Напомню, что президент Академии Грузии, за то, что он мне дал возможность выступить в этом замечательном городе, в этой замечательной стране. Я был раньше здесь немало раз, но последний раз был где-то лет 28 назад. 87 год. 87, значит, ну, 25 лет назад. Да. Значит, ну, надо сказать, немножко город изменился, страна немножко изменилась. А очень приятно. То есть я действительно получаю огромное удовольствие. И по городу разъезжая пешком, пока не дали, и по окрестностям довольно далеко, огромный удовольствие. Это первое, что я хотел сказать. Еще раз признательность, благодарность, замечательно. Надеюсь, не последний раз. Теперь второе. То, что я сегодня скажу, это только начало. Это введение, как бы вступление в новую науку, горизонт, до которого просто безграничен. Мы каждую буквально неделю, каждый месяц поражаемся, как много вот вдруг новые пласты поднимаются. И то, что угадать, даже предсказать было невозможно. Я сегодня поделюсь только немногим, но я уверен, что будет понятно, какие гигантский потенциал новой науки. Теперь многие вещи, они будут восприниматься как невероятные. Я сам их воспринимаю как невероятные, пока, наконец, многократно, перекрестно проверяем и получаем, что да, это все так оно и есть. Но я сегодня сделаю упор не на интерпретации. Я не имею права морального и научного перед кавказцами интерпретировать данные. Это делать не мне, а делать максимум в содружестве с кавказскими археологами, с лингвистами, с специалистами. Я там, где попытаюсь сделать интерпретацию, меня прошу заранее извинить, потому что она может оказаться неверной. Это нужно, опять же, повторяю, в содружестве эти вещи
вскрывать. Значит, Кавказ, не вам говорить, это крайне комплексная такая популяция, гигантски сложная и многоплановая, многомерная, немножко преувеличивая, почти в каждой долине есть своя популяция со своими диалектами, со своей историей, со своей даже иногда культурой. И это отражение древних исторических процессов. Это отражение древних миграций. Миграции часто в направлении противоположных, которые пересекались, схлёстывались, расходились дальше. Кавказ знаменит археологией. Я некоторые здесь упомяну. Это, естественно, опять же, не вам рассказывать, это Майкопская, это Кабанская, это Куро-Аракская культура. Тут я можно причислять долго. И археологи работают с ними, но часто, как правило, всегда, в любой культуре, данные противоречивы. Есть много гипотез, интерпретаций, и ДНК-генеалогия, она позволяет порой, я бы сказал, даже всегда, показать новый угол, который позволяет выбрать предпочтение в пользу той или иной концепции. Это не заменяет лингвистику и археологию, историю, но это дополняет. И вот мы увидим сегодня, как она может дополнять, какой в принципе идет, значит, характер дополнения. Далее. Иногда невероятно, а как правило невероятно, какого технического уровня достигла генетика. А в основе этого лежит генетика. Я приведу один маленький пример, который генетикам будет понятен, а не генетикам кажется фантастикой. То есть можно взять письмо, отправленное 200 лет назад, 1813 год. На нем марка. И вот тот, кто когда-то лизнул эту марку и наклеил, вот ее можно отклеить и по этому следам получить ДНК того человека, который эту марку лизнул 200 лет назад. Вот на таком уровне сейчас ведется количественный анализ. Дальше, то есть это когда мы работаем с палеоархеологами и с ДНК-археологами, а сейчас уже появляется новая наука ДНК-археологии, это когда делают раскопки, извлекают древние кости, и по ним из них выделяют ДНК. Классический объект – это зубы черепов. Зуб, он как в броне, как в панцире, он держит ДНК, и берут микросверло, просверливают в зубе прям маленькое отверстие, извлекают доли миллиграмма в вот этой массы внутри. И вот этого достаточно, чтобы сделать сотни анализов, сотни, многократно повторяя. Более того, зная то, что ДНК разрушена в большой степени, потому что ДНК разрушается, превращается в короткие фрагменты, и по ним можно восстанавливать и реконструировать более длинные, есть такая технология. И это как в библиотеке. Книги сгорели отчасти, и вот остались отдельные страницы. По ним, состыковывая, особенно когда много копий одной книги, можно воссоздать исходную книгу. Вот так же по фрагментам ДНК, идя внахлёст, дополняя друг друга, можно восстанавливать молекулы ДНК и по ним получать информацию. Вот сегодня пойдет речь о том, какая информация получается, что она может дать и что она уже дала. Значит, далее типичный вопрос. Ну а сколько людей на Кавказе проанализировали? Да, вот есть там 3 миллиона грузин. Ну, что такое там 100, 200, 300 человек? Обычно говорят, это недостаточная статистика. На что я говорю, для того, чтобы попробовать убедиться, что вода в океане соленая, лучше, что из каждой бухты воду пробовать. Попробовали 2-3 раза, но уже ясно, значит, что вода соленая. Значит, дело не в том, сколько раз делать, а какая степень перемешивания. Тоже океан, вода перемешана, достаточно только, чтобы увидеться. Вопрос стоит о перемешивании. Так вот, когда мы уходим на равнину, там перемешано уже довольно сильно. Представьте себе, взять вот к северу от вас, восточноевропейское равнение, русское равнение. 1-20 век, Первая мировая война, Вторая мировая война, сколько людей взято в плен, сколько перемещенных лиц, лагеря, ссылки, значит, поступление в институт, люди уезжают и далеко не всегда возвращаются к себе на места, распределение. То есть там так вот, служба в армии, так все перемешано, казалось бы, так оно и есть. И поэтому я приведу пример, когда берут по маленькому количеству выборка из разных мест, а данные получаются одни и те же. На Кавказе ситуация гораздо более сложная.
потому что именно вот такой сложный ландшафт. Но даже там, увидите, берутся разные выборки, а данные получаются примерно одни и те же. Ну, допустим, там процент 2-3 в сторону ходит, это не так сейчас важно на этом этапе. Важно крупными мазками получать картину общую. А дальше мы ее уточняем, улучшаем. Это дело будет продолжаться еще очень долго. Вот после такого вступления я бы хотел начать сразу почти с конца. Вот это вот дерево гаплотипов в Грузии. Что такое гаплотипы? Значит, я здесь буду рассматривать только мужскую ДНК генома. Я поясню потом почему. Дело в том, что вот это вот анализ идет Y-хромосома. Она передается только от отца к сыну. Это мужская половая хромосома. У женщин ее нет. И поэтому, когда сперматозоид несет либо X-хромосому, либо Y-хромосому, примерно 50-50 вероятность. Дошла X-хромосома до будущей матери, родилась девочка. Дошла Y-хромосома, родился мальчик. Поэтому она унаследовала Y-хромосому только отца, потому что она пришла от отца. Мать в этом смысле, она вынашивает мальчика, но изменить Y-хромосому она не может. Поэтому, значит, а когда родилась девочка, то линия прекращается. То есть рождение девочек прекращает в данном случае мужскую линию. Но поскольку идет все это широким потоком, потому что либо есть братья, либо у отца был брат, у дедушки был брат, одна линия прекратилась, а другие продолжаются. В итоге спасает то, что идет вот такая мощная лавина всех этих линий, и даже отдельные и частые терминирования линии, она не мешает всему этому потоку. Вот этот поток мы анализируем. И что такое гаплотип? Значит, есть Y-хромосома. В ней при переходе от отца к сыну, и вот этот вот переход отец, сын, 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 это продолжается поколение, сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч поколений. Это одна и та же Y-хромосома. Она никуда не может деться, кроме как погибнуть из-за либо эпидемии, войны, то есть физического уничтожения, либо, значит, вымирание, эпидемия, да, рождение девочки. А у женщин такая же картина, но в другой системе координат. От матери, дочери, дочери, дочери идет уже митохондриальная ДНК. И поэтому картина, в принципе, она не симметричная, но она принципиально та же, что можно искать, можно находить следы вот этого перехода митохондриальной ДНК от матери и дочери. Сегодня по количеству мужской просто нет возможности, нет времени обо всем рассказать. Так вот, когда анализ берется так, ватка на палочке, ну и на самом деле маленькая пластиковая щеточка на палочке, человек, неважно, мужчина или женщина, за щекой, он вставляет его в рот, потер за щекой примерно минуту, клетки отшелушиваются от щеки и остаются на этой щеточке. Все, эта щеточка вставляется в маленькую же пробирочку пластиковую, закрывается пробочкой, посылается в лабораторию. Там происходит анализ этой ДНК. И, значит, анализируют определенные фрагменты. Есть праймеры, которые настроены на определенные фрагменты. И вот анализируют ряд таких фрагментов, в данном случае Y-хромосомы. На заре ДНК генеалогия, заря была, ну, 15, максимум 12, 10 лет назад. И даже до 6 лет назад. Анализировали только 6 участков. И этого было достаточно, чтобы получить общую картину, потому что в Африке там одни, получается, маркеры, там в Австралии другие, в Европе третьи. Потом это выросло до 25, потом 37, потом 67. Сейчас анализируют 111 участков. Скажем, моя проанализирована 111 участков. Это уже длинная. Она уже почти уникальная. И вот их анализируют. Так вот, вот это вот дерево построено из набора. Каждая палочка – это один гаплотип. И вот когда их смешивают и помещают в один пул, и компьютерная программа анализирует, она распределяет эти гаплотипы по ветвям. Каждый ветвь – это родственные, более родственные, чем другие. Поэтому ветвь – это группа людей, которая называется с некоторым приближением гаплогруппа. Гаплогруппа – это род. Это тоже tribe по-английски. И вот таких гаплогрупп всего в мире сейчас 22. То есть всего 22 мужских рода на всей планете. Их было только недавно 20. Нашли буквально в прошлом году еще 2 в Африке.
которые абсолютно другие. Они отличаются и от неафриканцев, и от африканцев. То есть, более того, дистанция примерно та же самая. Что в Азии, что в Европе, что от Африки. Они архаичные, а удалены далеко от остальных. Ну, 22. Так вот, их обозначают буквами. От буквы А, Эй, до буквы Т. Вот эти две добавили, их не знали, куда пришли, назвали А нулевой и А два нуля. А до этого был просто А. И вот это наверху это G, это J, это J2, J1, R1B, Q и так далее. Вот это вот разные рода. И даже и подрода, потому что есть J, она разбивается на J1, J2. Уже два. Это тоже разбивается дальше. Я потом покажу дерево, которое сколько на самом деле уже подгрупп в этой J. Там их десятки. А теоретически это вплоть до отдельных семей, которые ячейка общества. То есть буквально каждая семья может на финальном этапе еще получить мутацию от отца сына, и появится опять новая. Вот эта лестница мутации, она позволяет распределять вот эти гаплотипы по группам людей, которые сбегаются дальше. Вот таких уже подгрупп есть около 1000. Уже успели разделить это большое многообразие. Поэтому что мы имеем? Мы имеем группы, имеем это гаплогруппы, имеем гаплотипы. Для сравнения, это как взять паспорт, обложка паспорта цветом определенным из одной стороны, это гаплогруппы, а номер паспорта это гаплотип. То есть эта группа, естественно, миллионы людей могут иметь одну и ту же обложку паспорта, а вот номер такой здесь, что он уникальный. И эта комбинация гаплогруппы гаплотип характеризует человека. К какому роду он принадлежит и какой личный номер данной им природы он имеет. Значит, вот, короче говоря, это портрет Грузии, поданный на сентябрь несколько лет назад, то есть несколько дней назад, 2014 года. Он показывает родовой состав Грузии и историю грузинского народа. Как это не звучит невероятно. Вопрос, как он может вообще? А вот да, я спрашиваю. Как такое может быть? Как такая диаграмма может что-либо говорить об истории народа? Вот об этом сегодняшний подходит. Для начала сообщу, что по кругу это вот название родов, по специальной классификации, я вам это сказал. А длина ветвей – это возраст. Вот если ветви мелкие, то это возраст этой группы небольшой. Если они удалены, чем больше они удалены, тем больше возраст. Это все считается количеством. То есть число мутаций это характеризует длину ветви. Значит, если мы знаем, где еще в мире живут такие же рода и племена, вот это можно сказать, это вот род, а подгруппа это племя, а там под племя и так далее. То поскольку они древние, у нас есть информация, в какую сторону они шли. Если мы находим, скажем, что в Месопотамии возраст их там 10 тысяч лет назад, а в Грузии 5 тысяч лет назад, уже понятно, что шли в эту сторону. То же самое, допустим, из Грузии, с Кавказа и Европы, или обратно. То есть анализируется хронология этих ветвей и вычисляется, значит, куда шла миграция. То есть мы можем узнать, какой род шли, какое строение имеет их гаплотип, и в какую сторону они шли и когда. То есть это тоже информация очень интересная и важная. Да, итак, вопрос первый. Что такое ДНК-генеалогия? Каковы ее основные понятия? Значит, вопрос второй. Сегодня я его коснусь. Что такое население Кавказа с точки зрения ДНК-генеалогии? В деталях я сегодня не буду вдаваться. Моя задача сегодня дать основы этого дела. Вопрос третий. Как ДНК-генеалогия показывает разницу между Западным и Центральным Кавказом и Восточным? В чем эта разница заключается? Я могу сказать сразу, что разница большая. Кавказ, грубо говоря, по родам делится на две половины. В одну входят, и они похожи друг на друга, центральный и западный, в другую входят Кавказ восточный. Вопрос четвертый. Может ли ДНК генеалогия выступать в содружестве вместе с археологией, историей, лингвистикой? Что это может добавить? Знания уже получены. Итак, основные понятия положения. Объект, как я уже сказал, Y-хромосома. Это мужская половая хромосома. Первичные данные – это картина мутации. В
определенных, заранее выбранных генетических участков, чтобы они были характерными. Вот типы мутаций, но я потом расскажу, их бывает две. Вот пример грузинского гаплотипа. Видите, вот так вот выглядит гаплотип. Вот тут их 37 цифр, или чисел, что 37. Что каждая означает? Вот первая цифра 14 означает, что она характеризует повтор, когда одна и та же группа нуклеотидов повторяется 14 раз. То есть мутации не то, что мы привыкли видеть или там слышать, это что-то такое нарушилось, что-то поломалось, там радиация. Радиация к этому делу не имеет ни малейшего отношения. Радиация не может изменить так, что вместо 14 повторов стало 15 повторов или 13. Радиация ломает нуклеотиды. А нет, все повторно. Второе 22. Это же другая группа нуклеотидов повторяется 22 раза. Следующий повтор 15 раз и так далее. И вот это здесь на самом деле показано много нуклеотидов, потому что вот первый, допустим, четвертый нуклеотид повторяется, вот повторяет 14 раз. В итоге это получается большое число, которое при наращивании становится все более и более уникальной, более и более присущей одному человеку. Что общего между цифрами? Что общего? Вот общего – это цифра, характеризующая самые разные участки. Вот здесь 37 чисел – это 37 разных фрагментов ДНК. Но каждый из семи повторяется определенное количество раз. То есть здесь в итоге это длинный участок, это сотни и сотни нуклеотидов. Но в Y-хромосоме 57 миллионов нуклеотидов. Здесь всего несколько сотен. Поэтому это, конечно, но эти фрагменты разбросаны по всей Y-хромосоме. Вот их комбинация есть уникальна в какой-то степени последовательность. А то есть это нужно еще? Конечно. Я, кстати, будет хорошо, чтобы было понятно. По ходу дела. Ну да, вот в принципе, опять же, если взять Y-хромосом, да. Много миллионов, да, нуклеотидов. В то же время, насколько я знаю, небогатый носитель генов, да, Y-хромосом. Вот эти нуклеотиды, они не делятся на функциональные, структурные гены? Вы правильно опередили меня, потому что я потом приведу 13, там, 12 положений ДНК генеалогии. Положение первое говорит о том, что гены к этому делу не имеют ни малейшего отношения. Дело в том, что в ДНК вообще 2% генов, и 98% не генов чувств. В Y-хромосоме вообще генов почти нет. Ну, там есть на самом деле, но настолько мало. Это самые бедные генами. Потому что, в принципе, функция Y-хромосомы это половая принадлежность и несколько вещей, которые к этому делу принадлежат. А в принципе генов здесь нет. Поэтому это то, что раньше называли вообще в Y-хромосоме и вообще в других. Это даже название было на время это мусорная ДНК, это junk-гены. А оказалось, что это вовсе не мусорная. Потому что у них есть функция определенная, есть там microRNA, то есть всякие регуляторные вещи. Но это то, что я называю в популярной литературе, это манжета ДНК, это работа на манжетах ДНК, это записная книжка. Вот она есть нефункциональная, никаких генов не переносит. И вот на этих крыльях, на манжетах ДНК, простреливаются мутации, которые ни на что не влияют. Ни на цвет волос, ни на антропологию, ни на поведение, ни на что. Но они накапливаются. И вот когда я сказал, что это от отца к сыну передается тысячи и тысячи поколений, на самом деле мы даже рассчитывали до общего предка шимпанзе. На самом деле, если взять шимпанзе вот из зоопарка или там играющего в Африке на поляне и сравнить с человеком, у них примерно 80% мутаций одинаковые. То есть это настолько необратимая мутация, что за 6 миллионов лет, а именно тогда по расчетам жил общий предок человека и шимпанзе, который, конечно, не был шимпанзе, как он не был тогда и человеком. Это был общий предок, как он выглядел, мы пока не знаем. Но мы знаем его ДНК, этого человека. И вот с того времени идут накапливаются мутации. Многие миллионы в Y-хромосоме. И вот по этим мутациям можно проследить эволюцию вот от приматов до человека. Поэтому была такая расхожая фраза, что потерянное промежуточное звено между приматом и человеком. Нет, оно уже не потеряно. То есть оно потеряно вот физически, посмотреть на него, а его мы не знаем многих. А вот ДНК, она четко прослеживает весь этот путь. Нет никаких разрывов. Человек не был образован внезапно. Я понимаю, что я сейчас говорю нерелигиозную парадигму. Когда я говорю о религии, я меняю шляпу и уже начинаю говорить в другом ключе.
Потому что я беру свой по радио, то звонок в студию, мне говорят, ну как же так, вы говорите там 40 тысяч лет, а вообще создание мира было всего 7 тысяч лет назад. Но я говорю, вы знаете, вот и когда я буду говорить о религии, я не буду употреблять 40 тысяч лет, буду говорить о нескольких тысячах лет. Я вынужден маневрировать между религиозными догмами и понятиями науки. Так вот, значит, генов там нет. Теперь вот здесь, как я уже сказал, каждое число – это число повторов, их называют тандемы. Небольшие фрагменты ДНК. Например, вот у первого – это аденин, гуанин, аденин, тимин. Вот такая четверка. Вот она повторяется те самые 14 раз. Следующая там – TCTG, она повторяется, или там TCTA. Это там тимин, цитозин, тимин, аденин. И вот такие повторяются много раз. Все цепочки индивидуально у каждого мужчины. Раз примерно в 300 лет, то есть, грубо говоря, примерно в среднем 11 поколений, происходит мутация. Да. А мутация, вот их два разных типа. Одна мутация, то, что когда ломается нуклеотид, это то, что называют, я потом покажу, это вот SNP. Это, в принципе, она необратима. Когда нуклеотид ломается, вот приходит, скажем, из аденина там, в цитозин. Обратно он же не вернется с этих 57 миллионов нуклеотидов. Шанс, что вернется обратно тот же самый, исчезающий мало. Но эта мутация уже автоматически передается от отца к сыну навсегда. Вот от тех самых шимпанзе, общих предков, они все передаются, мы их видим у всех людей. Вот вопрос, мы их видим у неандертальцев, потому что они ушли в сторону, но те мутации прошли и к людям, и к неандертальцам. И мы видим те же самые мутации и у тех, и у других. Почему вот многие путаются, даже в литературе академической, говорят, что мы видим, что мутации те же, значит, люди произошли от неандертальцев. Нет, это одни и те же мутации, которые прошли из глубины и разошлись по всем людям и по всем боковым ответвлениям. Очень трудно отфильтровать, какие у них свои мутации, какие унаследованные из древних времен. Вот в среднем в 300 лет происходит мутация в каждом вот из этих повторов. А вот если взять уже вместе, мутация происходит уже часто относительно. Я сейчас покажу, когда. Значит, что такое мутация? Это ошибся копирующий фермент. То есть есть два типа. Один тип мутации, когда вот необратимые, часто будут мононуклеотидные мутации, они всегда передаются. А бывает мутация, просто ошибка копирующего фермента. Конечно, вот любой генетик, любой биолог знает, насколько это уникальная система. Вот они копируют ДНК. Всю продолжительность ДНК, ферментная машина, вся ДНК полимераза копирует нуклеотид, все 57 миллионов, с большой скоростью копирует. И вот раз в ряд поколений происходит сбой, фермент ошибается и копирует, и вместо 14 первых он делает 15 повторов, или 13, редко, сколько надо, редко, обычно вот на один, туда или сюда. Никто не знает, не может сказать, в какую сторону фермент ошибется. Он ошибается, сидит в ядре клетки, копирует, да, как вот ксерокс работает, одно пятнышко возникло, оно будет дальше уже навсегда при хорошем качестве копирования, его уже не вытащить, не исправится. Вот то же самое и здесь. И вот так, например, вот в третьем, видите, вот, было 15 красным цветом, стало 16. Вот эти мутации мы считаем, и поэтому, если взять много людей, у них эти мутации разные, потому что у каждого свои линии отец-сын. Хотя у некоторых, они не знают, оказывается, общий предок был там, 300 лет назад всего лишь. И поэтому у них очень близкие вот эти гаплотипы. А когда общий предок был далеко, они разбегаются по мутациям очень далеко. То есть по разбегу мутаций можно знать, когда жил общий предок любых двух людей. И тем более разных популяций. Значит, это вот... Если увеличивается какой-то... Увеличится или уменьшается? 215 стало 16. Да? Это значит, какой-то нуклеотид изменился, его должно быть меньше. Число повторов. Я уже говорю про то, есть два типа. Есть один, когда меняется нуклеотид, а другой, когда меняется число повторов. Вот, скажем, в сравнении. Вот пара, пожалуйста. Чем дальше время, тем больше. Вот, например, один нуклеотид такой, а у другой гаплотип вот такой. И сразу ясно, что раз в 300 лет происходит один такой щелчок, а тут вот сколько набежало. Значит, эти два разошлись далеко, и у них общий предок жил давно-давно. И можно рассчитать, потому что мы знаем константу скорости мутации. Разным константам скорости мутации можно рассчитать легко, а когда жил их общий предок. Вот в этом суть подхода ДНК-генеалогии. Скажем, здесь я то, что показал, их было 29 мутаций набежало.
Это означает, вот что делаем? Мы знаем, что для вот такого плотипа концентрация скорости мутации 0,09. 9 сотых. Это означает, вероятность этой мутации, она за поколение 9 сотых. То есть за сколько поколений уже считать произойдет мутация. И вот, значит, вот эти вот 29, можно рассчитать, 29 мутаций разделить на 9 соток, это дает 322 поколения, там еще есть поправка, потому что некоторые мутации, то есть они могут вернуться ведь обратно. Она перешла с 15 до 16, ну, может, с 16 до 15 произойти, мы этого не знаем. Но поскольку это идет совершенно непорядочно, то идет как химический кино, как химические реакции анализируют. Идет средняя величина, считается вероятность туда-обратно. И вот поправка, когда 322 поколения, это на самом деле 468 поколений. То есть это 11 700 лет. Жил, значит, вот так они расходятся, эти два гаплотипа. Ну, может быть так, что вот это вот, ну, получилось один раз, а насколько это будет воспроизводимо? Уже сделано тысячи опытов с массой популяции по всему миру, и получает константа одна и та же. Это уже доказано. Это проверено на документальных генеалогиях, которые относительно недавно, но тем не менее. Мы получаем документальную генеалогию, где общий предок жил, допустим, там, в 14 веке. Особенно таких много документальных, скажем, ирландские, шведские, ну, стран, которые давно прослеживают свои фамилии. И мы знаем, когда жил общий предок, и мы получаем, а у них, скажем, там, 1000 потомков сделали свои гаплотипы, есть огромные семейные проекты, где они специально, скажем, Макдоналды, у них 1200 человек уже сделали свои гаплотипы. У нас есть гигантское поле точек. И мы знаем, когда жил общий предок. То есть мы можем калибровать число мутаций, повторяется годами, получаем, и получается те же самые 0,09. Вот так вот рассчитывается, анализируется мутация, рассчитывается, когда жил общий предок. Далее, то есть мы имеем примерно рабочий диапазон. Минимум одна мутация. Это примерно 300 лет. Вот когда до общего предка этих двух, когда на 37 нуклеотида всего лишь, вернее, 37 часов, всего лишь произошла одна мутация. Общий предок жил двоих 300 лет назад. До, скажем, как я показал, 29 мутаций, это не до, это на самом деле промежуточный вариант. Когда 11700 лет назад жил общий предок. Но это 37 маркеров. А мы делаем 67, делаем 111, то чувствительно все больше и больше. И вот на самом деле период покрывается от 0 до 125 лет, когда одна мутация. На самом деле так, что есть одна, что ни одной случайности, могло быть и ноль. Поэтому не можно сказать, что вот точно 125 лет. Это в принципе, ноль, 125 не разделим, не разрешим. До мы можем анализировать без большого труда, до 200 тысяч лет назад. То, что мы ушли в шимпанзе, нашли, это исключение. Это очень трудно считать, там очень много сложностей. Но можно уходить на миллион лет назад. А без большого труда можно находить общих предков 200 тысяч лет назад. А значит, можно работать эволюция человека прослеживать до начала вообще Homo sapiens считается. Примерно, что вот в это время появились Homo sapiens, человек разумный. То есть мы можем уже покрывать весь этот диапазон. Так вот, какие основные понятия положения ДНК-генеалогии? Первое. Генетики, ДНК-генеалогия прямого отношения не имеет. Дело в том, что у генетики своя методология, у ДНК-генеалогии другая методология. Значит, что такое ДНК-генеалогия? Всего два параметра работы. Первое – определение нуклеотидной последовательности, а второе – расчетный аппарат химической и биологической генетики. То, что у генетиков нет, они не считают вот так вот временно. Поэтому мы берем, это делает уже фактически грамотный техник. Последовательности, они уже автоматизированы, поэтому обученный грамотный техник, он делает последовательность, получает, значит, набор мутаций, а дальше специалист считает вручную, либо по компьютерной программе, когда жил вот общий предок данной группы людей. Вот это вот основа. Второе положение из 12, что ДНК-генеалогия рассматривает два вида мутаций. Вот обратимые, это то, что называется STR, это вот short tandem repeat, это повторы, короткие повторные, а это SNP, это однонуклеотидный полиморфизм. Вот это то, что необратимо. Раз получилось, ДНК-генеалогия такие рассматривают только те, которые произошли только один раз за всю историю человечества. Но максимум два, и то редко. Поэтому найдены несколько раз, когда одинаковая мутация у двух разных линий. Они известны, все их обычно нумеруют, точка 1 или точка 2. И вот это, вот, скажем, пример я привел.
можно делать пирамиду соответствующую, лестницу. Вот это нуклеотид, вернее, гаплотип кавказский, он лежит к роду, вот это G2A1A. И там происходит переход цитозина в тимин. И это имеет индекс P18. И вот таких сотни и сотни уже расклассифицированы. Где происходит нуклеотид, какой номер нуклеотида там. И вот этот P18 – это один из десятков и сотен, если даже не тысяч уже, не, пожалуй, около тысячи разных групп. Дальше, я потом объясню, почему P18 важно иметь отношение к Кавказу. Третье. Все люди родственники. Все они происходят от одного общего предка. И вот потомки этого общего предка зашлись по родам и ветвям рода. В мире, как я говорил, рассчитано 22 основных рода. Первые А2010, а потом от А до Т. Вот А до Т 20, и вот два недавно к ним прибавились. А также многие сотни ветвей. Поэтому можно опять же анализировать Кавказ и смотреть, какие ветви тут доминируют, какие ветви самые многочисленные, откуда они пришли. Потому что мы это уже мир знаем. И мы, можем сказать, эти же ветви где еще в мире есть? Если они вдруг есть в Австралии те же самые, значит, либо грузины пришли в Австралию в свое время, либо наоборот. Но этого нет. Это я уже придумал. Четвертое понятие. Рода обозначает понятие гаплогруппы. Вот род – это гаплогруппа. В Грузии самое популярное – это G. В ее варианте G2A. Вот это вот в Грузии, опережая события, 45% принадлежит к этому роду. Почти половина всего грузинского мужского населения. Пятое. Каждый мужчина имеет в своей ДНК личный гаплотип. Вот если взять вот то, что в Грузии наиболее популярно, вот это длинное, видите, G2A1A1B в Грузии, он вот такой. Это предковый гаплотип. Он жил 3525 лет назад, плюс-минус 400 лет, это, конечно, завышенное, но я предпочитаю на данном этапе давать завышенное, чтобы не обвинили, что ну что же, так точно даете, кто так считает. Он считает, что плюс-минус 400 лет. А предок вот этот G2 жил уже 7000 лет назад. Значит, этот 7000, а вот уже с длинным хвостом, он уже жил 3500 лет назад. Значит, вопрос, откуда пришел этот? И когда появился вот этот, вот тоже это можно анализировать данными ДНК-генеалогии. Значит, разные ветви различаются вот гаплотипами. Их называют либо предковые, либо базовые, с которого начал стоять счет. То есть это туда, куда вся мутация облака сходится в одну точку. Это как куст. У любого куста есть, ну, без всяких есть премудрости, есть вот откуда-то корень, откуда этот куст растет. А дальше он расходится в стороны. Чем он древнее, тем он обычно раскидистее. То есть можно по кусту, по форме рассчитать, вот когда вот этот корень предок, он был, жил, и этот куст относится весь к одному племени или к одному роду. Вот, допустим, как выглядит грузин базовый 111-й маркер, гаплотип рода J2. Это род, который пришел, судя по всему, из Месопотамии. Это, вот, похоже, урупская культура. Они пришли со стороны, значит, вот, Сирии. Будем считать просто Месопотамией. И вот сейчас уже можно рассчитать, что вот предок, который жил примерно там 7000 лет назад, имел вот такую последовательность. От него уже мутации набежали уже взять любого человека. Первый определяется, он ли к этому роду принадлежит или нет. Если к этому, сколько у него и где этих мутаций. А вот взять вот G2, это классический гаплотип евреев Месопотамии, на Ближнем Востоке. Ну, люди, которые не очень разбираются, они говорят, ну, тогда по грузину получаются евреи. У них и у тех, у бедуинов, и у евреев, и у арабов G2, и он же грузин. Нет. Дело в том, что вот если сравнить гаплотип евреев, того же G2 и грузин, вот сколько мутаций между ними существует. То есть они разошлись очень давно из одного и того же рода, когда евреев не было, и, так сказать, в проекте. Это очень было давно. Я потом сейчас скажу, когда. Поэтому они разошлись когда-то, незапамятное количество лет назад, на самом деле, считается. Пришли, вот это G2, пришли на Кавказ, а другие остались на Ближнем Востоке. Из тех, кто остались, получились и арабы, и евреи. А это грузины. Поэтому это разные, хотя род один и тот же, G2. Вот это предковое, вот, различается то, что я показал, там 87 мутаций. Это означает, что их общий предок жил 11800 лет назад. Ну, понятно, что ни грузин, ни евреев тогда не было, это было какие-то древние популяции.
Дальше, седьмое положение. По числовому тазу можно определять возраст, как уже стало понятно, это у предков копулативный. Проскакивает примерно вот в этом, в таком 111 марке, проскакивает примерно раз в 500 поколений. Мутация в каждом отдельно взятом. А в суммарном, если взять, в среднем раз 125 лет происходит. То есть уже даже вот эти 125 лет уже видны по числу мутаций. Восьмое положение. Гаплотипы, гаплогруппы не указывают на этносы. Ошибка, некоторые думают, что вот можем узнать, какой этнос. Нет, потому что это рода гораздо древнее этносов. Этносы относительно недавнее понятие. Уже культурное объединение, условно говоря, этнос это люди, которые ощущают одну судьбу. Вот это вот есть этнос. А рода гораздо раньше. Например, если взять вот это вот коротенький шестимаркерный, который мы с этого начинали, вот это вот кавказский, вот у него вот таких вот шесть чисел. Они есть и у грузин, и у осетин, и у дегорцев, и у иронцев, и у шевцов. Возраст какой? Это фрагмент того, о котором я говорю, то есть те же самые там 12 тысяч лет назад. Но число только 6, поэтому он более грубый. Разрешение его гораздо более слабое. А по сути дело то же самое. И вот он есть, видите, грузины, осетины, и те, и другие, и шапсуги, черкесы, абхазы. Но у них у всех есть некие мутации и вариации. Поэтому вообще говоря, когда глаз уже опытный, можно даже сказать, что вот это вот скорее осетин, а вот это скорее эти черкес, а вот это скорее абхаз. Хотя да, род один и тот же. Потому что все-таки линии расходятся, потом держатся в данной популяции. А доля гаплотипа у каждого это все разное. Поэтому что мы можем сказать? На самом деле, я объясню, на Кавказе всего немного родов изначально. Но они образовали мозаику, и у каждого этноса свои разные пропорции. Одного больше рода, другого меньше. И все это вот разошлось. И вот это мы сейчас увидим, как можно видеть состав родовой разных этносов, и откуда они в итоге пришли. Вот, например, у вот эта вот группа, что я говорю, это J2A1A1, у каждого это разные. Вот доли. У грузин таких 32%. У осетин-дегорцев 55%, у осетин-народцев 72%, то есть 3/4 того же рода, которого у грузин 1/3. Но они, как я потом объясню, они более молодые. То есть род один, а возраст разный. И прийти из другого места, ну, допустим, грубо говоря, осетины пришли с Ирана. В Иране тоже этот род есть. А грузины здесь. Вот они сошлись на одной территории, но видны, что у них между их паспортами, так сказать, есть некоторые различия. Это можно и поделать. Вот абхазы. А у шевцов вообще 1% этого года. Поэтому в этом есть существенное отличие. Вот если считать возраст, вот у грузин эти 30%, общий предок 3000, примерно 200 лет назад. А у осетин-дегорцев, вот он, есть две ветви. Один, ну, примерно 1700 лет, другой вообще 400 лет назад. Спасибо, да, это, значит, богатор, который там может и его потомство. Возможно, это надо все смотреть. Осетин-дегорцев тоже более молодые. Дальше доходим до девятого пункта, что гаплотипы в немалой степени, но не абсолютные, связаны с территориями определенными. Вопрос, значит, как это может быть? Пожалуйста, вот грузинские гаплотипы. Вот их всего тут 20 пока. Красными те, что грузины более доминирующие. Это G, это J, это R. Менее доминирующие, зеленоватые тут E, L, Q. То есть всего 6 родов, которые в Грузии представлены на где-то такое там процентов 80. Видите, 45%, 21% и 16%. Вот они в таком же порядке. В Грузии, а минорные 4, 6, 1%. Десятое положение, что вот о том, что они представлены территориями, и либо антропологии несколько разные. Вот эти 20 групп, А это в основном африканские, как и Б. Их в Грузии нет. Ну, возможно, кто-то там, не знаю, дама некая вышла замуж за чернокожего африканца, и, так сказать, у сына А или Б. Но таких так мало статистически, что они просто в эти статистики не попадают. Ну, скажем, Пушкин был негроидный, потому что Ганнибал был. Через по линии матери он был негроидный. Однако у него гаплогруппа, классическая славянская А родила.
поэтому антропология, цвет кожи, цвет волос далеко не всегда совпадает с его родовой характеристикой. Потому что женщины меняют антропологию мужчин и наоборот. Это понятно, думаю, каждому. Более того, женщины, они не только меняют антропологию, они, ну, простой пример. Вот, допустим, жил когда-то в древности еще тот, кто не стал человеком разумным. Другой еще нашел, вот, ген проскочил, ума, такого гена нет, допустим, и он стал, значит, вот, поумнел. Ну и куда он денется своим этим новым геном? Он же сам по себе никуда никому не передаст, он мужчина не почкуется, как известно. Поэтому без женщины этот ген, при нем так и остался, он просто вымер бы и умер. Женщина переносит этот ген от него, значит, в другую сторону, другим мужчинам, и так постепенно гены расходятся. А может быть, ситуация другая. Мужчина как был глупым, так и остался, это у женщины проскочил ген ума. И она уже передает, значит, разным мужчинам. То есть, в принципе, женщины, они делают антропологию в большей степени. Вполне у нас и женщины сделают человеком разумным, мужчину, которого такое не проскочило. Вот это можно все изучать, но факт тот, что, значит, меняешь фотографии, скажем, как монголоиды из Хакасии, тут Южная Сибирь. То есть они были, дедушка был, ну, абсолютно как монголоид. И вот три поколения женились на русских женщинах, светловолосых. И третье поколение, две замечательные дочурки, прелестные блондиночки, чистые, вот абсолютно европеоидные. То есть за три поколения из монголоидов стали европеоидными. И таких примеров сколько угодно. Поэтому ответ еще на вопрос. Есть ли связь между прохлотипом, гаплогруппой и антропологией? Нет, ее быть не должно, но бывает. Потому что когда часто живут многими поколениями одна популяция, то у них, ну, мы знаем, скажем, взять, например, русские деревни, я там не вижу особо монголоидов или там негроидов. Там более-менее все устаканилось, у них более-менее все одно и то же. Вот похожие друг относительно. То есть, с одной стороны, похожесть есть, но абсолютной корреляции, тем более на отдельных примерах, нет, далеко не обязательно. Может быть, так вот, А и Б – это африканские. Монголы-полинезийцы, гаплогруппа С. Тоже ведь монголы-полинезийцы совершенно разные люди. А гаплогруппа родные тоже. Они давно разошлись, и одни сохранились в монголоиды, а третьи стали те, кто живут на островах. Я французской Полинезии, да, там, на Гавайях. Это вот такие симпатичные, такие вот слегка шоколадно-крупные. Значит, кожей, и которых вот Гоген отражал в своих картинах. Назвать их монголоидами никак нельзя. А вот одна и та же гаплогруппа С. Ближний Восток, большой степени, это И и Джей. Причем И пока не ясно. Либо это ближневосточная, либо это североафриканская. Потом куда перешел, не очень понятно. А Джей – это классическая гаплогруппа евреев, арабов, а также всего Средиземного моря. В России их примерно 3%. А там большая. Дальше. Кариндийцы джунглей. Это вот H и L. Это цыгане, которых, кстати, в Европе немало. Они, как правило, имеют H. Сразу видно, что это выходцы из Индии. Далее, значит, финны, якуты, алтайцы, некоторые сибирские народы, как группа N. Ну, что казалось бы, в общем, между финнами и якутами. А знаете секрет? Они были одной и той же группы, похожей на монголоид, но дело в том, что финны женились исключительно на европейках. И женщины сделали из них европеоидов. А потому что... Когда мы... У нас там, говорю, осталось. Уже. Да, когда мы смотрим женские, у них гаплогруппы, уже женские, сплошь европеоидные, европейские. То есть они традиционно выбирали европеек, и, значит, женщин стали, из них сделаны полностью европеоиды. Далее, китайцы, многие народы Юго-Восточной Азии, гаплогруппа О, которой практически нет в Европе, и нет уж, мы ни разу не нашли такую, значит, в Грузии или на Кавказе, хотя китайцы определенно есть, но дело в том, что они не попали в предизмерение, потому что ученые, которые делают выборки, они у китайцев не берут, они берут в первую очередь у местных народов, потому что есть всегда опросник, и надо, чтобы до третьего поколения, то и четвертого, это были местные люди, жившие на этой территории, говорящие на этом языке, то есть идет отбор уже таких более-менее автохтонных популяций, по крайней мере на сотни лет. А вот европейцы преимущественно, это вот I и R. I очень много Скандинавии. А R это, значит, есть R1A, это восточная Европа.
Это поляки, это русские, это много людей на Балканах. Это восточноевропейский R1A. А R1B – это западная Европа. Скажем, ирландцы – это 93% R1B. Одна из самых гомогенных вообще этносов в мире. Баски – это 90% R1B. Вообще R1B – это, повторяю, центральная Европа, западная Европа, острова британские. А видишь, как мы похожи? R – одна и та же, R1 – одна и та же, только на третьем уровне пошло A и B. Расхождение на популяции разные. Значит, заодно, забегая вперед, значит, R1A, R1B на Кавказе процентов 10, в среднем в Грузии где-то процентов 10, ну и другие. Немножко есть, и похоже по вот виду галлотипов, это древние народы, это не славяне. Но славяне тоже немножко есть, но мало. А на самом деле это были древние миграции. Например, 4000 лет назад это древние, как называют, арийские миграции. Они прошли в Индию, где они стали армянами, они прошли в Иран, и они прошли через Кавказ, но оставили некоторые следы, свои наследства, это примерно должно быть. Хотя есть кавказские народы, где до четверти и до 30% этих вот R1A. Значит, одиннадцатое положение. Они образуют иерархию. Теперь стало понятно, вот был первый G, которые жили там 20 тысяч лет назад. На самом деле они G жили 40 тысяч лет назад. Вот они примерно 20 тысяч разошлись на G1, G2. Вот эти номера справа – это индексы мутаций. А буквы с цифрами – это другая номенклатура, поэтому некоторые оперируют индексами, одними, другие оперируют другие. Вот начинается G1, G2. Из G2, G2 пошли другие. Каждый раз появляется мутация, они отходят в сторону. Мутация отходит в сторону. Получается лесенка. Вот этот красным цветом – это то, что наиболее популярно на Кавказе и в Грузии. И вот еще красным цветом. Видите, вот такие два разных популяции, которые образовались совершенно в разное время из разных предшественников, не считая самого первого. Вот они доминируют на Кавказе. Пришли ведьмы из разных мест, потому что две столь различные. Они мало вероятно, чтобы это было исходное, чтобы были вместе, потому что они давно разошлись. Поэтому вот когда анализируют популяцию, анализируют вот такие вот гаплогруппы. Ну и наконец 12-й. Важный. Результаты расчета почти не зависят от размера выборки. Вот, скажем, в России анализируют R1. Помните, я говорю, что на равнинах идет перемешивание активное. Вот, пожалуйста, я когда первый раз анализировал, это был июнь 2008 года. В руках у меня было всего 26 гаплотипов, тогда еще самый начинался анализ. И вот анализ дал 4400 лет, плюс-минус какое-то количество, общего порядка этнических русских. Тоже я был поражен, как всегда, что и славяне, там, середина первого тысячелетия нашей эры. Но славяне – это лингвистическое понятие, люди, говорящие на славянских языках. А на самом деле предки жили намного раньше. Дальше, потом, видите, через несколько месяцев уже появилось 44. 4800 лет, в пределах погрешности. Потом 58. Потом 255, тут и короткие, длинные. Почему их много? Я опять пришел на длинные. 98, 110. И вот сентябрь 2013 года, за неделю до поездки сюда, их уже было 647 гаплотипов длинных. 4700 лет. Видите, вот это дело, независимо от количества, оно примерно воспроизводится одно и то же. Поэтому, когда люди, которые не очень понимают, говорят, ну что это вот, в общем, взяли там 600 гаплотипов, а в России там их 140 миллионов людей в месяц, там 70 миллионов мужчин, грубо говоря, а это ничто. А вот дело в том, что как ни возьми, получается примерно одна и та же картина. Что такое деревья гаплотип, которые я до этого показывал? Значит, когда эти гаплотипы, вот эти длинные наборы чисел, их смешивают и заводят в компьютер, компьютер анализирует их по степени сходства и распределяет. Вот это реальное дерево. Это потомки человека, который жил 650 лет назад. Это одна из королевских линий сходной. Это потомки Сомерледа. Сомерлед – это был шотландский король. И вот от него произошел лорд островов Макдоналд. И от него пошли Макдональды. Это, кстати, не те, которые вот, самые фастфуд. Это другие. Кстати, вот маршал Макдоналд был у Наполеона. Он как раз из этой вот линии. И вот это аристократический род шотландский, у них целая шеренга своих генеалогов. Они анализируют высокомноготомные эти самые издания генеалогии. И вот их много человек протестировались, и в данном случае вот 68 человек. Это самое первое, которое я делал
коротенькие гаплотиды. Вот на всех на них 15 мутаций. И вот эти мутации начинают вылезать из общей картины. Вот те самые колесо вокруг, это те, которые не успели мутироваться. Это предковый гаплотид. Он так и продолжает держаться. А вот те, которые мутировали, они начинают вылезать. И вот по этим мутациям тоже легко видеть, где двойная мутация, где одиночная, какая мутация. Вот это простейшее дерево, которое показывает, что это имеет смысл. Идет отклонение от предкового гаплотида. Вопрос, а что это вообще дает это знание? Зачем это нужно? Свой личный, свой род, регион, страны, континенты. Первое, это дает знание, какому роду принадлежит каждый данный человек. В мире повторяют 22 рода, и на языке ДНК генел гаплогруппы, и многие сотни ветвей, то есть племена. Это дает знание. Второе, у каждого рода своя история, причем она по определению замечательная история. Свои достижения и подвиги, часто в содружестве с другими родами, поэтому глупо начинать выяснять, чей род лучше, чей род там древнее. Это вообще уродливая постановка вопроса, но, к сожалению, сейчас с этого начинаю. Вот наш род, ну как старые дворянские рода, вот чей род древнее, это классический вариант споров. Значит, здесь в этом случае это не имеет смысла, потому что все произошли мы от одних и тех же общих предков. И речь о том, какая веточка боковая более древняя. Довольно смешно. Из-за этого меряется длину этих ветвей. Значит, далее, знание гаплогруппы, гаплотипов дает новые сведения о миграции. Куда и когда они передвинулись. Это то, чем занимается археология в частности, чем занимается языкознание в частности. Люди, которые передвигались, они несли с собой языки. Ну, понятно, что шли они переговаривались, не молча они передвигались. Значит, шло передвижение языков. И языкознание, то же самое, опираясь на данные ДНК генеалогии, может помочь разобраться, какие языки, в какие переходили, какие были их маршруты. Я был вот недавно в Москве, ну, в начале этого года, зашел на филологический факультет. Ну, там меня узнали, значит, тоже потащили делать семинар по ДНК генеалогии. Ну, думаю, сейчас я на них отыграюсь, потому что я разобрался с басками. И стало понятно, откуда их язык взялся, какой шел маршрут, а это загадка языкознания, откуда баски появились, откуда их язык не индоевропейский. Потому что по всей Европе, кроме венгров, разве что, ну, там, финнов и эстонцев. Мы знаем, из Грузии. Вот, везде, да. А, кстати, да, в Грузии тоже не индоевропейские языки, естественно, в большой степени. А я знал их миграции, и вот я начал спрашивать, ну какой баски? Стал об этом рассказывать. У них интерес особо не вызвал. Я говорю, что такое? Их должны в первую очередь интересовать. Они говорят, вы знаете, это все интересно вообще, но не нам, потому что мы ничего не можем добавить. Мы не знаем языка письменного басков. У нас нечего, мы должны анализировать фонемы, там, лексемы, значит, вещи филологически имеющие значение. А тут у нас ничего нет. Поэтому то, что вы говорите, да, это может быть, но мы не можем связать нашу филологию с этими данными. И все. То же самое с археологами. Я когда говорю, сейчас начинает меняться движение. Мне говорит один старый археолог, говорит, понимаете, вот когда мы находим копье, это материальный признак. Его форма, его вид, такое же копье в другом месте позволяет как-то связать вещи. У нас это осязаемые вещи. А у вас, вот вы даете нам гаплотипы, а мы не знаем, как с чем их увязать. Я говорю, а вам не интересно, какой род это сделал? Он говорит, понимаете, не дошла еще до этого археология понятие родов. Я говорю, ну вот видите, какая проблема. Скажем, вот на среднерусское равнение, там находят черепа, в общем, разная антропология, но они европеоидные. И пытаются понять, какие были черепа у бятичей, там, кривичей, там, северцев и так далее. И получается разное. Я говорю, на самом деле там было на это равнение. По меньшей мере, два разных рода, R1 и R1B. И поэтому бесполезно по форме черепов точно сказать, кто откуда, потому что была смесь. Любой археолог знает, что у любой культуры археологической есть разные корни, уходящие в разные стороны. Вот это были разные рода. Допустим, майкопская культура, у нее тоже есть разные корни, уходящие в разные стороны. А там по меньшей мере, 4 разные миграции с разных сторон, которые в итоге стали майкопцами. Но у них трупоположение, а у археологов это одна из самых стабильных характеристик. Как труп найден, на каком боку, направо или налево, в какую сторону голова смотрит, на север, там, на юг, на восток, на запад. Это характеристика. А они разные, майкопские культуры, то одни, то другие. И вот они ломают голову. Это стабильная характеристика, она разная. А потому что были разные рода, у них были разные трупоположения.
И мы уже примерно знаем, у какого рода оно какое было. Это позволяет уточнить многие вещи в той же антропологии. Дальше. Резюмируя, это приносит новое знание в исторические науки. Ведь языкознание, в антропологии, этнографии, вплоть до семейных и личных генеалогий. Я наблюдал уже, наверное, сотни раз, когда люди делали свои анализы на ДНК. Я могу сказать, что ни в одном случае люди не остались равнодушными. Но, во-первых, чтобы сделать, уж нужно быть неравнодушным. И тем не менее, как только человек узнает свой род, он тут же начинает копаться в архиве. Как, откуда, почему я из этого рода, кто были мои предки? И вот начинается разбираться с этими делами. У нас был опросник у многих людей. Что вам дало знание вашей личной гаплогруппы, там, гаплотине? Изменило ли это вашу жизнь? Ну, я думаю, что за редким исключением практически все ответили. Жизнь изменила, потому что совершенно новое измерение появилось в ощущениях. Вот у нас, кстати, есть представитель, кто себе сделал. Изменилось как-то, вот интерес появился новый к этому? Везет. Конечно. Потому что иногда бывает неожиданное. Иногда бывает титульная, так сказать, гаплогруппа, которую большинство. Бывает редкая. В Англии нашли ряд людей, вообще африканская гаплогруппа, они совершенно это самое, европейцы, а вот древние предки, оказывается, пришли из Африки. И даже была статья вышла, африканцы до Йоркшира. Значит, вот. Североафриканцы. Но на самом деле, вот я сейчас читаю одну книгу, там описано, как египетское государство в древности. Да, из фараонов. Вот они как-то они расходились, они прошли на Балканы, да, их много на Балканах, вполне дошли до Кавказа. У нас возможность сидеть между потомок фараонов. Эрудот пишет об этом. Недавно было в интернете, что фараон, оказывается, был R1B. Да, да, да. R1B. Это тоже интересная вещь, которая показывает, как политика сюда примешивается. Потому что, когда нашли, что Тутанхамон был R1B, ну, сначала стали такие руду, что это он из Европы. Потому что в Европе R1B. Дело в том, что этот гаплотип гораздо старше Европы. Это наоборот. Прошли эти R1B, ушли в Европу, так что он был предок типа. Но тут ситуация была хуже. Египет, правительство, не могло вынести того, что вообще европеец, чужак, который Суэцкий канал в свое время там бомбили, и вдруг они, оказывается, предки или фараоны от них образовались. И 2 года эта информация была засекречена. Ее не раскрывали. И вот утечка произошла, и в итоге, значит, было опубликовано, что R1B. А политически это мешало им вот в этом признаться. Так что здесь, к сожалению, политика сильно накладывается. Вот хотелось избежать, почему я сказал, что нельзя мерить гаплогруппы, чья там лучше, славнее, все славные, у всех есть были подвиги, все работали вместе. Сейчас на Балканах та же самая история. Вот на Балканах интересная вещь, что прийти-то, начиная с тех времен, вообще не поощрял заниматься историей этносов. Потому что боялись, что раздерутся, те самые, передерутся разные этносы, если они узнают, кто там когда жил, кто там древнее окажется. Но, к сожалению, разодрались и без знания этого дела, распалась Югославия. И сейчас у них голод вот на это изучение их истории, потому что сербы ревниво относятся к албанцам, откуда-то они взялись, да? Хорваты, сербы начинают что-то делить, хотя это одни и те же люди, по сути дела. Словенцы, черногорцы, македонцы, все тянут к нам свою сторону, к сожалению. И вот это знание ДНК генеалогии позволяет показать, что ну, все, на самом деле, братья-то, на самом деле, они все происходят от одних и тех же общих предков. И поэтому драться на этом основании бессмысленно. Ну вот я опять показываю, как в Грузии, и еще добавлю, что вот этот G – это северо-западный и центральный Кавказ. А G – это Восточный Кавказ, доминирующий. Значит, и вот эти два составляют более 80% населения Кавказа. Всего 2 рода. А остальные... Северный Кавказ тоже сюда входит? Да, это северо-западный. Но это, тут северо-западный, это вот та сторона как раз... Нигерия, Чехия. Да. И центральный. А восточный, это вот как раз чеченцы, ингуши, Азербайджан. Это вот, ну, если совсем грубо и правильно, это мусульмане там и христиане здесь. Это совсем уже так крупно указывает.
Значит, вот и в этом есть смысл, что это Восточный Кавказ, пришедший из Ближнего Востока, а вот это северо-западные страны, это похоже пришедший из Европы, это отдельная история, об этом буду позже, сегодня уж не буду говорить, но дело в том, что похоже, что этих джи уничтожили в Европе 4,5 тысячи лет назад. Потому что их находят в ископаемые, где не копнут, везде вылезают эти джи. А сейчас их там нет. То есть вот почему-то произошло, значит, их исчезновение, 4500, и не только их, а всех, кто жил в Старой Европе. Вот есть такое понятие Старой Европы. Вот ни один гаплогруппа, ни одна из Старой Европы не дожила до наших времен. Осталась, пришла только одна. Вот это R1B. И самое интересное, что исчезновение совпало с расселением Европы вот этим R1B. 4,5 тысячи лет назад они Европу заселили, и в те же самое время пропали все остальные. Поэтому я когда об этом пишу, мне даже неудобно, что я обвиняю в геноциде, получается, нынешнее население Европы. Это вот Англия, Франция, это часть Германии, это Испания. Но факт остается фактом, что вот такое совпадение. Поэтому на климат уже не свалить, что вроде был климат плохой, вымерли. Вот одна почему-то размножалась интенсивно, без всякого вообще сбоя. Ну, понятно. Новая история тоже говорит, те же крестоносцы. Да, и, кстати, те же гоплогруппы. Вот это вот... Да, не хотелось бы делать обобщение, но вот такой история была жестокой, конечно, в то время. А, да и в любом случае. Можно ли это связать с расселением индоевропейцев? Шло расселение по Европе. Вот эти R1B взяли в клещи буквально Европу, потому что их шло, они шли тремя потоками. Один поток R1B шел с Ближнего Востока, они прошли через Ближний Восток и по северу Африки, дошли до Атлантики, через Гибралтар и на полуостров. Это то, что называют колоколовидные кубки, культуру колоколовидных кубков. И они оттуда пошли на север и заселили всю Европу. Второй поток шел, опять же, ближе Востока, по островам Средиземного моря. Сардиния, Сицилия, они двинулись через Апеннины. А третий поток – это Причерноморье и выше, там, до Польши. То есть они вот с трех концов Европу, значит, заняли. И все женцы, а когда это происходило? 4,5 тысячи лет назад. Около тех времен. Да, те же самые времена. Да. То есть на самом деле 4800 лет назад, начало эпохи колоколовидных кубков, и 4800 они высадились как раз вот на Пиренеях. А закончилось это вот заселение, то есть вторжение, грубо говоря, 4,5 тысячи лет назад. Вот оттуда. И вот эти джи похожие, потому что те же самые, что и в Европе, но более молодые. У них новые образовались мутации. Вот они, видимо, из Европы, чуть по Малой Азии, прошли, значит, в Месопотамию, в Иран и передвинулись на Кавказ. А вот уже моя интерпретация, возможно, ошибочна совсем, что они прошли и в Иран тоже, та же джива. И вот, скажем, осетинская линия, она, похоже, из Ирана прошла, значит, на Кавказ, будучи той же гаплогруппой, тем же родом, но с задержкой. И поэтому грузины, они... Вот начались примерно 4 с небольшим тысячи лет назад, они 4,5 тысячи лет там пропали, и после этого они появляются на Кавказе. А осетины подошли примерно 2,5 тысячи лет назад, 2800, а одна ветвь вообще даже 400 лет назад. Конечно, были встречные потоки, потому что было J2 шли потоком с юга, значит, шли степняки с севера, вот R1A, R1B, G2 прошли, видимо, из Европы, то есть это было, и вот они заселяли, и, конечно, может быть корреляция, да, между археологией и вот этим потоком. Вот как они, сейчас картина Грузии. Видите, 45% это вот суммарно, это G2, потом J, которые южные, 21%, R1B 9%, R1A 7%, L – это вообще удивительная гаплогруппа. Она вот есть только практически в Грузии, на Кавказе. Ну, она немного есть у чеченцев, она совсем другая. Вот их есть три главных L. Одна L1 – это в Индии, другая L2 – это Грузия, а L3 – это немного у чеченцев, у ингушей. Вот как они? То есть похоже, что это они были в Иране и разошлись. Одна ушла в Индию, а другая ушла линия на Кавказ. В Европе таких почти нет. Это вот, да, возможно, какая-то есть особенная антропология. Мы часто сохраняются вот гаплогруппы в виде этого общего картины. Поэтому любопытно было бы сравнить, есть ли изменения, точнее, характерные черты в Грузии на Кавказе, ассоциированные с этой. Вот J1
это классическое арабское еврейское. Гаплогруппы. Вот их Грузия, 4%. Возможно, грузинские евреи попадают как раз в эту гаплогруппу. Она идет от времен Авраама. Кстати, так оно и вроде должно быть, это еврейское. По времени Сухода. Да, это где-то вот она 4000 лет назад она появляется, входит туда. И наконец, Е1Б, 4%, это как раз вот, возможно, египетская, североафриканская, много ее на Балканах. У меня, кстати, ряд приятелей с Балкана, они именно то же самое. И вот ведь их мало. То есть у вас редкая гаплогруппа для Грузии. Фараону мало было. Да, фараон, да, немногим повезло. Ну и в двух словах заканчивая происхождение. То есть вот из чего что я объяснял, G2A, который 45, это Европа, Передняя Азия. J2, 21, Месопотамия. А значит, R1B это степи к северу. Это кочевники шли на юг, они прошли Кавказ и ушли туда, потом в Европу. Ардена это восточноевропейская равнина. Это те самые древние арии, потому что те же совершенно гаплотипы, они в Индии, в Иране, это индоевропейские, это высшие касты Индии. То есть сравнить в Индии высшие касты, это один к одному то, что сейчас на Кавказе. Аборигенных гаплогрупп. Вот вы понимаете, аборигенных вообще, ну, надо смотреть по датировкам. Но таких, чтобы они жили всегда, таких нигде в мире, наверное, нет. Потому что они всегда куда-то передвигались. Вот скажем, в Европе, вот то, что сейчас занимает 60% Европы, 60%, это 5000 лет назад, 4000 лет. Они не аборигенные. В Европе есть аборигенные, это палео, это вот та самая, которая и или ай по-английски. Это 40 тысяч лет назад. Вот я пока не нашел на Кавказе ни одной прямой линии, которая была бы 40 тысяч лет. И это не мудрено, потому что у Кавказа была сложная история. Вполне могли быть просто выжившие линии, которые в основном уничтожены. Ну как вот концепт последний из магикан. Вот он магиканин, последний, он умирает, но допустим он выживет. Женится, и у него пойдут дети. И вот он окажется патриархом, потому что ниже него все пропадет. Но он-то перенес свои мутации. И когда смотреть сейчас генеалогию, он получится первым нижним. Но это не значит, что он был самым первым в мире. Это означает, что ниже него прерывалась линия. Вот поэтому на Кавказе уверен, что есть те, которым 40 тысяч лет и больше, но хотя больше 50 тут же трудно, которая просто ниточка почти оборвалась, но продолжилась. Выжил человек. И вот он родоначальник. Вот это с этим и работает. На самом деле, вот эти дети, вполне возможно, что они в Европу попали, как раз в Кавказ. Есть такое подозрение, данное указывает, что, возможно, это вот настоящие автохтоны, которые жили все там 40-50 тысяч лет в Европе, в смысле на Кавказе, а от них прошла линия в Европу, вот там мы их находим, ископаемые. Но в чем польза там преимущество? Там ископаемые их анализируют и видят, кто они. В Грузии пока этого ни одного случая нет. Вот когда мы зарастем, хочется верить, скоро, когда мы можем извлекать ископаемые гаплотипы, и вот если мы извлечем 40 тысяч лет назад гаплотип по миру, мне кажется, G, вот тогда вот ответ будет на ваш вопрос. Знаете, конечно, похоже. В Одессе говорят, мы не говорим, что Одесса первый город в мире. Мы не говорим, но он и не второй. Понятно. Ну вот, поэтому здесь вполне, может быть, посмотрим. Потому что ископаемые, они, конечно, могут дать интереснейшие сведения. Они дают. Каждый ископаемый гаплотип, а их всего Y-хромосом не больше 20 в мире нашли. Он дает каждый прорыв. А то, что у нас дымались, вот эту челюсть нашли. Вот надо ДНК из него проанализировать, а можно вытащить возможное. И тогда станет ясно, к какому он принадлежит роду. Очень сложно, это видео. Да, но это по-моему, Георгий был. У вас это G, что то же самое. Yes. Это их очень связывает с сарматами и с кифами, как вы думаете? Я думаю, что не с теми и не с другими, потому что по тем данным, что мы знаем по ископаемым гаплотипам, скифы это были R1A. Поэтому вот та самая теория про Алан, это нужно с этим разбираться, аланская теория осетин, потому что похоже, что это была верхушка доминирующей Аланы.
не весь народ. Вот с этим нужно много разбираться, потому что Алан это скиф, а скифы, как правило, родина. Поэтому вполне возможно, что вот это джи, это и не скиф, и не Алан, это похоже, автохтонное, древнейшее, может быть, вполне население. Значит, Кавказа и Грузии, в частности, в особенности. И вот, если вы показывали, вот они были древнейшие. Это отнюдь не означает, что остальные хуже, понятное дело. А что о сарматах? Ну, сарматы, дело в том, что ни одного гаплогруппа сарматов пока не известно. Мы только можем гадать. Но на самом деле нашли вот G, нашли в Германии. Значит, 7 век нашей эры, в полном боевом, тяжелом боевом, значит, обличье. Это тяжелые щиты, тяжелые мечи, тяжелые копья, всадники, захоронили прямо с конями там. И когда приносили гаплогруппу, это G2A. Это в Германии нашли захоронение, датировка 7 век нашей эры, воины в тяжелом обличье, в тяжелом вооружении. G2A. То есть это вполне возможно, что это, может быть, это сармат и окажется в итоге. И, значит, которые туда, возможно, были наемники, возможно, там служили, возможно, это было после Римской империи. Остатки рыцари определенным, что это был наездники боевые. Ну, наемники типично, может быть, вполне, что и были наемники, на германцев работали, а может, наоборот, может, они руководили германцами. Я к тому, что много вещей, которые с интересом можно изучать, извлекать и узнавать. Да. Андрей Фигедов, дайте, пожалуйста, будет интересно. Дрейфе? Да, конечно. Дрейф это то, что вот я говорил, последний из магикан, эффект. Ну, какой он получается? Вот он последний, допустим, да, из магикан. Его повезли, чтобы он выжил операцию делать там, в Грузии. И вот он в Грузии выжил. И дал потомство. И получается, вот эти потомки не в Америке, а в Грузии. Вот это есть дрейф генов. То есть идет, произошло передвижение вот этой линии, и она появилась на новом месте и дало поколение, есть разрыв между тем, когда он был и как он стал. Значит, вот, например, я уже как раз сегодня говорил, интересная вещь, воспоминание о трагедии. Вот когда я работал с гаплотипами евреев, то по всей вот Восточной Европе, это Польша, это Украина, Беларусь, Латвия, Литва, значит, там ну, много, это вот местечковые значит, места. Селение и, скажем, литваки, это классическая, любой еврей знает, значит, литваки, группа прибалтийских, литовских евреев. И у них у всех начало, их куста, это середина 14 века нашей эры, примерно 1350 год. У всех. И вот казалось бы, почему именно середина 14 века? И когда я ломал голову, вдруг докопался, когда стал вчитываться в историю Европы, оказывается, это время чумы европейской. 1348-1355 год, значит, пошла чума, четверть Европы вымер, под одним данным половина Европы, некоторые даже говорят, три четверти Европы. И, ну, конечно, евреи оказались, как, к сожалению, водятся крайними, их обвинили в том, что это они чуму пронесли, и колосса заражали, никто почему-то не подумал, что они тоже как мухи мерли, как и все остальные, но пошли погромы большие, их убивали тысячами. И они бежали на восток, их принял король Сигизмунд, польские, приняли вот как раз Россию, вот почему они и оказались, вроде не с того ни с сего, оказались в Восточной Европе. Вот это есть дрейф генов, они перешли, передвинулись, но прибежал один человек, выживший. Ну, может, их прибежало 10, а от остальных потомства не осталось, или девочки родились, неважно. Факт то, что пошло формально от одного человека, вот он стал патриархом. И, собственно, это одна из причин, почему евреи одни из самых заинтересованных в мире людей, которые интересуются наукой генеалогии, потому что корни у многих обрезаны. Поэтому все эти... Антропологически они все европейцы. Ну, часто от жен зависит еще, потому что, хотя, в принципе, вы положены на своих, но всякое бывало, вообще история тяжелая. Поэтому вот очень интересуется, в первую очередь, ирландцы, шотландцы, почему по причине англичане, крайне интересуюсь. Сейчас начали интересоваться активно американские индейцы. Китайцы сейчас начинают интересоваться, потому что китайцы, у них традиционная генеалогия очень популярна.
популярны, скажем, общество Конфуция, потомство Конфуция огромное, да, вот они хотят узнать, а на самом деле, кто из них потом Конфуция. Когда я еду с киргизом так, в Москве, таксист, я спрашиваю тогда, ну, с какого Шишера? Откуда вы знаете? Я говорю, с такого-то. Каждый киргиз обязан знать 7 поколений в группу по меньшей мере, иначе это не мужчина. Вот они. То же самое у арабов. Они у арабов просто вот, да, они знают свою генеалогию, и это очень сильно. То же самое вот в Средней Азии. Вот от чего это зависит? Почему ряд этносов не очень интересует, а ряд очень интересует? Это какие-то глубокие культурные курсы. И вот я скажу по себе, насколько важно действительно знать свои корни. Я когда сделал себе гаплогруппу, знал, что я родина, я стал интересоваться, откуда предки. Стал копаться в архивах, военные архивы, церковные книги, записи, так называемые ревизские сказки, которые там с древних времен в России велись. И я докопался до 1575 года. Своих предков узнал, оказывается, кто они были, где они служили, все были военные в старой, значит, Руси, России. И выяснилось интереснейшие вещи, что мой предок ходил, оказывается, походами с Петром Первым, брал Азов, был такой Казикерменский поход, я не знал, что это такое, а потом нашел в архивах военных фрагады, что это он участвовал в Казикерменском походе, я прочитал литературу, то есть мне стали раскрываться глаза по-другому на вот эту древнюю историю. Я узнал, что такие дети боярские. Сейчас спросите любого русского. Он не знает, какие дети боярские. Это вообще ушло в старину. В былинах появляется иногда сын боярский. Илья Муромец, сын крестьянский. Добрыня Никитич, сын боярский. Я Леша Попович, поповский сын. И вот я думал, кто был сын боярский. Теперь я знаю, русского. Потомственный военный боевой состав. То есть это как и дворяне. Собственно говоря, были дворяне. Вот они. Это тоже пошло через ДНК-генеалогию, изучение. Так, давайте вернемся так, в Грузию. А мы заканчиваем вопрос. Сейчас вот теперь вопросы. Я вот на этом хотел бы остановиться. И теперь вопросы, пожалуйста. Меня удивляет вот ваши данные о гетерогенности гаплогрупп Грузии. Дело в том, что вот такой состав, который вы даете здесь, он безусловно должен сопровождаться историческими данными о миграциях народа. За последние 2000 лет ни одной такой миграции неизвестно. Неизвестно. Так что мне очень трудно согласиться с этим. Я вам говорю, там 4-6%, 21-45%. Я лично считаю, что не может быть, просто теоретически не может быть, что какая-то основная часть Грузии пришла из Европы и поселилась здесь. Или какой-то один солдат там выжил, и после него пошло, и 15% это стало, или 20%. Это просто исключено. Поясняю. Одну секундочку, я не кончил вопрос. Нет, не так легко мне это все пояснить. Я не допускаю, что, безусловно, это какие-то данные, но, видимо, они не очень объемистые. Потому что вот именно, что касается Грузии, это просто невозможно. Вот такая гетерогенность, которую вы приводите. Да, здесь были, ходили, ездили, но все-таки моногенность, вот какая-то гомогенность населения Грузии. Я не знаю, может быть, это в современной политике кого-то устраивает, чтобы Грузия была гетерогенна. Но на самом деле исторически это не так. И нету ни одного факта, подтверждающего вот эти данные. Понятно. Поэтому, честно говоря, я не знаю, что вы мне сейчас ответите, но мне это просто не кажется правильным. Значит, все-таки поясняю. Во-первых, 2000 лет это ничто на этом фоне. Да, естественно. Значит, первое, это 4500 лет назад, уже древние. Сколько? 4500 лет назад основная масса G2A. А если копнуть глубже сравнение, то это 7000 лет и это старше. Второе, G2 это 7000 лет минимум. R1B это 6-7-8 тысяч лет назад движение. R1A 4000 лет назад. Кстати, R1A не прошли, они известны. Это в метанийские арии. Значит, у арабов 9%, до 9% вот этих R1A. Они там юги на Аравийском полуострове. Так что они прошли давно через Гизию. L. Вот это относительно недавнее, не очень понятно, 6% это как она, это надо изучать. J1 это опять же далекие тысячелетия до нашей эры.
Иван Б. древние времена. Так что 2000 лет здесь вообще нигде нет. Только одна гаплогруппа, которая может быть 2000 лет, это осетинская линия. Вот если вы придумаете, когда осетины примерно перешли, значит, на Кавказ, и это подтвердит, что это в пределах 1500-2000 лет, это будет единственное совпадение. История, вот там все так вокруг крутилось, двигались, проходили, а последние 2000 лет успокоились, и все стало... Ну почему же? Они... Но дело в том, что 2000 лет это недавнее время, оттуда объемные популяции, но не будет за 2000 лет 45% Грузии. Но они, наверное, не успеют просто так размножить. Поэтому это какие-то отдельные фрагменты. Ну, скажем, могу пример. Но наверняка были, значит, советские люди, да, из Советской России, женились здесь, оставили детей. Но это же не повлияло на баланс, я не знаю, нет, это Грузии. Все верно, я согласен с вами. Поэтому, но какого это процент? Только... Какого процент? Вот всех этих... сказать, новоявление? Значит, во-первых, надо изучать. Я начал с того, что это крупными мазками, если мы хотим узнать причины, да, это надо изучать вместе с историками, этнографами. Все согласен я с вами, но вот этот 45%, вот, одна гаплогруппа, я считаю, что основная гаплогруппа в Грузии должна быть, ну, процентов 70. Вот это экспериментальное. И в Осетии, да. Значит, добро пожаловать. Там что вы смеетесь? Что у вас другая точка зрения? Я правильно говорю, что тут смешного, интересно. Значит, это прямые... Это прямые экспериментальные данные. Значит, интерпретировать можно по-разному. Вы поймите одно, это очень серьезно. Да, я понимаю, это начало, это не конец, но... Здесь очень много разное лежит, в том числе и серьезная политика за этим. 3 миллиона народа и 4 группы. Вы отдаете себе отчет. Когда он говорит, что в России тоже 4 группы, и в Грузии 4 группы. Они сидите как дуры, ничего. Они в России разные, они не пересекаются. В России очень мало, вот первый, почти нет второй. 5% третьей. Нет, ну этих групп нету, там какие-то половина, группы, там 4 и тут 4. Половина вот этой, да? Так что там своя картина, своя, так сказать, игра с миграцией. Нет, я считаю... Насколько в России представлена монгольская группа? 0,4%. Оказывается, монголы в России не смешивались. А грузы, и арабы, эти приходили, и все смешивались. Как вы можете так просто? Как только вопрос, как объяснить, мы приходим в интерпретацию. Я пока говорю прямые факты. Это из, проанализировав несколько тысяч человек, разделите на 250, там из 5000 это 20 человек. То есть это 0,4%. Значит, как это объяснить? Можно, конечно, по-разному придумать, но это надо состыковывать, опять же, с историками, с лингвистами. Дело в том, что одно объяснение, что монголов практически не, они могли быть военной верхушкой, а монголов так, как таковы. Откуда мы вообще про это узнали? Мы узнали из книг, из кинофильмов, да, книга там Яна Чингисхан, книга там Яна Батухан. То есть мы читаем в художественной литературе, у нас складывается впечатление. И когда нам говорят данные, мы говорим, что такое не может быть. А почему? А потому что мы так не читали в книге Яны. Здрасте, наука. А где данные, что арабы, которые пришли, все они были солдаты арабы, и от них вот какая-то гаплогруппа осталась? Где данные? Этих данных тоже нет. Это тоже, а у вас есть, вот так вот здесь фигурируют, и вы проводите параллель. Значит, нужно, а параллель я не провожу, просто я даю данные. Я специально говорю, данные, что данные. Я даю данные прямые. Да. Более того, по поводу 45% взяли эти вот такие же анализы в разных регионах Северного Кавказа, значит, Северо-Западного Кавказа, и везде примерно подобные же цифры. Но я согласен с вами. Случайно. Более того, вот истинное население Кавказа с обоих сторон, оно сходно генетически, я в этом согласен. Вот я только, меня удивляют ваши данные, где вы говорите, что чеченцы и дагестанцы, они какие-то другие, поскольку они также являются вот какими-то родственниками, следовательно, какие-то гаплогруппы должны объединять грузин и с ними тоже. Вы извините меня, меня интересует Грузия, потому я задаю. Я понимаю. Значит, у них, сейчас по памяти, надо смотреть, у меня все эти данные есть, у них, допустим, 5-6-7% G2A. То есть есть доля. Но у них
половина и больше, Джейтуль. Да. То есть другой расклад. То есть, конечно, были определенные миграции, смешные, но тем не менее упор главный. Вот, очень интересный ключ, в этом нет ни малейшего сомнения. Вот, очень интересный. Надо садиться... Насколько он всеобъемлющий, мать дама царство. Насколько он всеобъемлющий и общехарактеризующий, вот это, конечно... А так, что это, безусловно, информативно, в этом нет, конечно, ни малейшего. Это, если угодно, не только информативно, но и провокационное в отношении мышления. То есть это толкает размышления. Нет, это все ерунда. Мы читали там, у Яна не написано, это несерьезно. Мы говорим о вещах других, более важных. Это может быть плод фантазии. Вот тут теперь писатели пишут, там 60%, а то и 90%, они фантазируют сами, не ссылаясь на какие-то исторические данные. Я говорю, что вот таких существенных миграций на территории Грузии не зафиксировано. Даже если они были бы в очень ранние времена, все равно бы они как-то отразились бы в истории. Я понимаю, ваши данные говорят о другом. Вот тут и есть некоторые... Я думаю, что вот если сесть с археологом... Очень малая выборка, понимаете? Здесь сколько вы исследовали Грузии? Здесь, по Грузии, не так много. Ну, по Кавказу 65 человек. Балановский исследовал 66, а Абхазов 132 у Дасидзе. Это же смешно. Вот это сравнивать. Это можно сравнивать? Нет, нет, Рамас, послушай меня. Речь идет здесь о другом. Речь идет о методологии и, в общем, о подходе, которые, безусловно, очень важные и, может быть, даже определяющие. Но есть и другие данные. Это должно совпадать с археологией, с историей, этнографией. И когда все вместе укладывается, то тогда получается одно стройное, что в конце концов будет соответствовать. А то, что эти данные, они, безусловно, обогатят, в этом нет ни малейшего сомнения. Нужно же садиться со специалистами вместе, каждый себе прописывать, вырабатывать общие линии. Вот поэтому я думаю, что это только начало. Но, честно говоря, еще раз, вот то, что я знаю, то, что я читал, как я себе представляю историю Грузии, я считаю, что 45% одной основной гаплогруппы – это очень много. Вот это дерево, да, Западного и Центрального Кавказа. Вот наверху G и это G. Вот видите, вот G – это вот вся дуга справа, сверху и слева. Вот это те самые 45%. Yeah. А остальные вот это, G2, Ародина, Ародина, Барсир, то есть отсюда видно, вот здесь их 604. Да. Вот здесь. Вот такая получается картина. Если взять такое же для Восточного Кавказа, то тогда будет сдвиг больше. Вот G2 идет. Те же люди делали, они эти данные, вот, кстати, Балановского, вот эти данные других, они делали выборку, выборку профессиональную, каком бы. Бралась карта, и по ней равномерно покрывались территории, не так кто решит, а систематически. И делали выборки. Причем в таких выборах несколько разными людьми. И сюда уже укладывается выборка, которую посылают коммерческую. Получаются те же примерно самые цифры. Вот я, значит, есть данные, потом и поделюсь. Может быть, мои данные по истории какие-то фрагментарные очень. Я далеко не все знаю, но вот послезавтра у вас будет доклад, да, на президиум. Там, конечно, сидят историки, серьезные люди. И я думаю, это и вам будет интересно, и им будет интересно. А это что за данные? Другие города на западном стране. Да, потом я не понимаю еще, что вот западная и восточная Грузия, они отличаются по этим гаплогруппам. В принципе, там есть там небольшая разница, но это... Вот смотрите, J2, который 20%. А насколько это схоже с J2 евреев? Ну, у евреев J2, ну, если, лекция, грубо говоря, половина. 40%. Насколько они совсем другие. А вот здесь все равно другие. Совсем другая. Нет, это корни уходят на многие тысячелетия вглубь, да, расхождения. Извините, проследить метафору. Я себя турца. Что они из турца происходят? Из Турции? Да. А у турцев G2 есть? Да, конечно. У Турции половина Турции G2. Нет, вы знаете, Турция страна особенная. Вот давайте возьмем Турцию. Там 7 миллионов. Там живет 17 миллионов этих самых курдов. 17 миллионов курдов. Около 7-8 миллионов грузин.
там греков осталось, не, вот тех, которые Византию населяли, около 17 миллионов. И в итоге получается, что пришельцы, которые были сельдюки, их было ну, 5 миллионов максимум, а скорее всего меньше. И они под, вот, под мусульманской религией объединили все эти народы, и вот образовалась новая нация. Там нельзя говорить о какой-то одной доминирующей гаплогруппе. Мы говорим о Грузии. Грузия страна другая. 4 в Грузии, я считаю, это невозможно. Вот я еще раз говорю. Даже 2 было бы очень много. Скорее всего, это одна с небольшой примесью каких-то других. Эти гаплогруппы в отдельности не показывают национальность. Это вообще не существует таких гаплогрупп. Нет, они многое указывают на вас. Они на многое указывают, не надо говорить. Это просто это очень важно показать. Разная гаплогруппа говорит о предыдущей разной истории. Вот о чем. Да, это история этой группы, миграция другая. Но вот я обещал показать на Восточном Кавказе. Вот то, что 21% у грузин, джейтун, у ингуши 82%. Это означает, что у всех, из каждой 10 ингушей, 8, даже с хвостиком, это вот джейтун. Чеченцы, в Чечне 58%, в Дагестане те же 58%. Между Ингушетией и Чечнёй такая большая разница. А вот у аваров практически нет. 5%, очень мало. Аварцы, да. Да. Сейчас. Так, один сейчас. Вот G. Вот, пожалуйста, сколько G. То есть, что 45% у грузин. Да. Лиздины. Значит, 13%. А черкезов нет у вас там? Есть. Это... Они считаются близкими, наиболее, одними из наиболее близких. Есть северных народов. И черкесы есть, и, да, и значит, да, ну сейчас, черкизы 13%, авары 10%, чеченцы 6%, другие чеченцы, ингуши 5,5%, а в Чечне чеченцы вообще 0%, вот это G, нет их. То есть с грузинами отличия колоссальные. Ну как я могу после этого говорить, что это вот там Выборг, все, но не нашли ни одного из которых делали. А в Грузии каждый второй практически. Ну, такие вещи ж просто так случайно не бывают. Это означает, что разница есть заметная. И да, тут можно. А вот всякие уже это минорные. И тоже скачки. Вот у даргинцев Сарадина 22%. Ар-1В, Л-3. Только у чеченцев 7%. А 6% Л-2 другой. У грузин. То есть это на самом деле другой род, фактически, другое племя. Смешения практически нет. Вот Ку почему-то. У Ченгушень 6%. Ку это азиатское. Это могли быть гунны и что-то подобное. Шли азиаты сюда, прошли мимо и почему-то попали. Почему вот гунны, а не туркмены, скажем, которых согнали монголы, когда пришли. Они пришли, и часть их осталась там и... Я скажу более того, интересная вещь. Вот есть такая информация, что с Кавказа, да, значит, татаро-монгольское, когда было нашествие, то угнали несколько тысяч человек. Я не знаю, это известная информация, не очень, что угнали в Китай несколько тысяч, значит, кавказцев. Да. С женами, с детьми, с семьей. И, значит, это мне написали, я взял китайские данные, а для Китая G совершенно не характерно. Нет ее в Китае, казалось бы. Я нашел 2 региона в Китае, где высокое содержание G, и гаплотипы те же самые, что на Кавказе. Китай? Да. То есть вот эта вот информация о том, что угнали группу людей из Кавказа в Китай, и они там сохранили свою гаплогруппу, осталось. Вот я думаю, в правительстве Грузии, там, Кавказ, я бы вообще поехал посмотреть на этих людей, потому что это свои же, так сказать, скромные. А грузин много в мире, значит. Может, они там лезгинку танцуют, решили, и поют те же кавказские песни. Это во время Тимурлега и Лига. 12-13 век. Так что, вот я говорю, что это метка, позволяющая искать вот популяции, миграции, передвижения, вот этот дрейф гена, о чем говорили. И вот таких примеров очень много. Но, конечно, каждый раз, вот я если бы не знал про то, что угнали вот эту информацию, я бы тоже ломал в голову, откуда в Китае G2 взялись.
А вот информация, которую могут историки предоставить, она сразу позволяет связать концы с концами. Да, вот это... Вот почему это важно, те вещи вместе обсуждать. Можно еще вопрос? Конечно. Вот данные, когда пару сотен галеотиков из Грузии изучено. Нет, там их больше, на самом деле. А из Грузии? Из Грузии, да, несколько сот. Да. Немного. А вот есть статистика, эти несколько сотен, они откуда? Потому что если мы говорим про грузин, есть грузины, которые по происхождению чеченцы. И как можно говорить, что генотип чеченцев и грузин не совпадают? А вот они чеченцы, вот и есть часть. Умерли 400 тысяч, а ты кацы у цепчецов, так мы видим... Карпелевиане, посмотри, чабары, сисли, там увидят сисли. Мы видим J2 в Грузии. Откуда это? Может быть, это и есть те самые чеченцы, которые в Грузии, вот они видят те же J2, в этом J2. Ну что, друзья, пока мы до Драги не дошли, поблагодарим. Абсолютно новая информация, Грузия очень интересуется с проблемами скатологии и шумерологии. Можете ли несколько слов сказать? Значит, я могу сказать спорные вещи, которые нуждаются в проверке. Дело в том, что есть сведения. Есть сведения, что потомки шумеров ассирийцы. И действительно, если посмотреть на их гаплогруппу, у них необычное высокое содержание А1В, которое на Ближнем Востоке не так, они снова в Турции, а вот там, в Междуречье, там выйти ниже, практически нет. И вдруг у ассирийцев высокое содержание А1В. То есть это может указывать, что шумеры, возможно, были А1В, те, которые, кстати, 10% значит, вот, на Кавказе, в Грузии. Если это так, а они северные миграции были, то есть они прошли через Кавказ, и организовали, кавказцы, получается, в какой-то степени, организовали шумерское государство в Междуречье. А потом они пошли дальше... У вас нет одной здесь данных, совершенно или не представленные они были, относительно армян. Эти люди вот в этом контексте. Армяне, конечно, есть данные. И вот есть статья, в которой изложена, я статья оставил ее. У армян, у них половина, например, а в основном две гаплогруппы у армян. Вот одна J2, которая с юга, а другая R1B, которые очень похожи на грузинские, но они отличаются от европейских. Потому что R1B, я сказал, это в основном население Европы. Но в Европе первая цифра, она очень медленно меняется. Она как зафиксирована, так она и есть. Она 13. А на Кавказе везде она 12. То есть означает, что она очень медленно, раз мутировала, она остается той же. Так вот эти 12 это и сплошь Армения, половина точнее, это и Грузия, это и Дагестан, и это Турция. Как персы. То же самое, это те же кстати, древние. И оттуда она прошла, эта группа в Европу, а по дороге она изменилась на 13. Или те, кто 12 не дошли, они там доли процента всего лишь. И в Европе уже более гораздо молодые. Вот это тот случай, когда Кавказ был первичным по отношению к Европе, и вот те самые баски, они как раз потомки вот этих вот, прошли через Кавказ, и мы видим во многом сходство между басками и кавказцами. Тоже тут можно сесть, обсуждать и видеть, почему... У испанцев отличительно от басков. Да, очень другие. То есть они R1B, но во многом они, то есть баски, они отличаются. И по языку. Похожи ли баски с тусканцами, с этрусками? Гаплогруппа этрусков пока неизвестны. Спекуляции масса, гадания, фантазии масса. Но кто они такие были? Точно... А шумеров гаплогруппы есть? А ради бога. Вот, нет, будем искать, но есть ассирийцы. Которые, сильно не шумеры. Да, которые просто по предположениям, они потомки шумеров. Поэтому пока это все в воздухе висит. Может быть, древние шумеры в конце говорили, последний раз говорили на арамейском языке, но это никто не доказывает. Да. Потому что очень такая шаткая тема. Да. Но у шумеров могли быть, конечно, вот эти гаплогруппы R1B и J2. И там у них два языка. Один был язык шумерский. Где материал вообще есть от шумеров? Что-нибудь?
То есть измерения прямого шумерского нет ничего. Прямого, ископаемого нет. Нет ничего, да? То есть, хотя, может быть, и есть, но его не изучали. Ну, черепа, это, наверное, вообще. А пока это так, это общество положение. Поэтому здесь вывод такой, что надо самим делать все это. Все правильно. Вывод правильный. Вот если бы Академия наук по-русски потянула на эти исследования, делали сами. Вашей помощью. Я сейчас могу сделать короткое заявление. Я понимаю, что это можно фантазировать и мечтать, но дело в том, что в мире всего лишь два центра, которые худо-бедно, но делают древние ископаемые гаплотипы. Причем худо-бедно, потому что работа трудная. Мало того, что ДНК уже распадается на короткий фрагмент, там еще микробами обсеменение гигантское. Они вносят свою ДНК, и в итоге получается в основном превалирует ДНК микроорганизма. И там небольшой процент. И на фоне 90% микро-ДНК есть 10% человеческий. Но есть два реальных центра. Один Макс Планк институт, значит, в Германии, а другой французский. Организация. Сейчас итальянцы подтягиваются. Больше в США такой школы нет. В России такой школы нет и близко. Даже царские останки, когда анализировали, возили в Англию, в Америку, да, не у себя делали. Да. Так вот, если бы, я понимаю, что это слишком много, чтобы об этом мечтать, если бы удалось, самим или с помощью финансов других, это другой разговор, сделать в Грузии лаборатории, которые не только бы анализировали общий, так сказать, народ, но еще и ископаемые, Грузия тогда бы вышла тут же, вот такой видимый, совершенно яркий профиль. Я согласен. Вот это новое мнение. Ну, это большими финансами сейчас. Да, это не только финансы. Оборудование купить можно, еще нужно ресурсы. Готовить людей. Готовить людей, совершенно. Но это были люди уже высшего класса. Вот тут уже можно привлекать людей типа, значит, вот из-за рубежа генетиков, которые бы захотели вернуться, и вот эту тему, которая крайне интересная, вот делать себе имя в этой теме. Поблагодарим профессора Крошева за уникальную...